Это выставка World Food, это новая продукция на нашем столике. И рядом со мной Антон Мещеряков, представитель компании «Алтай Флора». Антон, здравствуйте, расскажите о вашей продукции. Здравствуйте, на выставку мы привезли наши кисели, в частности, кисель желудочный укрепляющий и наши бальзамы на алтайских травах и на пандогематогене со струей бобра. Важный момент, вот данный у нас кисели зарегистрированы как биологически активная добавка к пище. Вместе с тем у нас есть еще большой ассортимент киселя на ягодах и, соответственно, вот, алтайских ягодах. Откуда все компоненты? То есть я так понимаю, что это как обычный кисель в основе, да, но идут какие-то добавки в него? На самом деле нет, это самый-самый обычный кисель из того, что можно его назвать. В составе идет у нас сахар-крахмал, натуральные плоды, ягоды и витаминный комплекс, но это как дань современности. То есть для поднятия иммунитета, для улучшения иммунитета. То есть состав максимально опустошен от каких-то вредных компонентов. Все российское или что-то закупаете? Все абсолютно российское, да. Мы в сельской местности находимся, в Алтайском крае, да. Интригующее наименование «Струя бобра». Поясните. «Струя бобра». Не буду говорить, что это конкретно. Расскажу, как она действует. Часто струю бобра назначают как антидепрессант. То есть она имеет очень мощный тонизирующий эффект и повышение там, общего настроения. В частности, я наш бальзам «Султан» добавляю с утра в кофе и чувствую себя весь день просто замечательно. На выставке сегодня первый день, но, может быть, несмотря на то, что какой-то так разгоняется, скажу, все, уже успели с кем-то познакомиться, кто-то заинтересовался продукцией? На самом деле, да, достаточно... Я согласен с тем, что выставка недостаточно насыщена с точки зрения количества людей, однако она достаточно качественна с точки зрения, опять же, качества людей. Да? То есть людей в самом деле немного, однако те из них, которые приходят, они нацелены работать. Вот. И несколько контактов были уже достаточно интересны. Да? Здорово, Антон, спасибо вам огромное и удачи на выставке. Благодарю.